погнали. Я пытаюсь сделать годный трек, но не получается. Ведь я живу на кизоводе, но мне это нравится. Я люблю здесь каждый дом пятиэтажный. А еще провизию, это магаз немаловажный. На кизоводе поле, на поле есть трава. Кто-то встает на ворота, я пинаю мяч туда. И впрочем, как обычно, я забиваю гол. Это ж самый настоящий уличный футбол. Прямо как Йодак Эльдара, кизовод огромный очень. Каждый знаменитый рэпер жить сюда приехать хочет. Правда, до сих пор никто сюда не приехал. Ведь здесь хаты 10 тысяч баксов за квадратный метр. Кирзавод, это кирзавод. 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 У меня есть велик, и я на нем катаюсь. Дороги на кирзе зачет, четко я вам отвечаю. Возможно, я когда-то сделаю тату. Да. Слово кирзавод в сердечке я себе набью. Тут у нас пляж, кстати, есть тоже. Правда, сидят на нем всегда лишь пьяные рожи. Хорошо. Но купаться тут, я отвечаю, можно. Да. Хотя и утонуть вполне возможно. Я самый первый парень у нас на кирзаводе. Один мой взгляд с ума всех местных красавиц сводит. Только их здесь, ну прямо очень мало. Надо ездить в Йобург, их там точно навалом. Кирзавод, это кирзавод. 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 Кирзавод, это кирзавод.